Добрый вечер, друзья. Сегодня я решил сварить щи зеленые без томатной пасты. Вот. Мясо я уже запустил. Свежее мяско с рыночка. Вот тут у нас уже кипит. Готовится бульончик. Так, пусть варится пока. Вот, приготовил капустку, лучок порезал, морковочку. Вот, зелень тут, вот петрушечка. Перец такой вот интересный набор. Специи, картошка. Вот. Ну, буду ждать сейчас, как у нас сварится мясо. Потом буду запускать картошечку, вот, порежу ее, и затем буду пассеровать лук, ну, поджарку сделаю, лук с морковкой, вот, лук с морковкой пожарю, и потом уже нарежу туда еще дополнительно перчик зеленый, у нас вот такой желтенький перчик есть, свеженький, капустку вот порежу, сейчас пошинкую. Вот. Ну, продолжаем варить щи зеленые. Итак, я все заготовки сделал. Покрошил капусточку, вот перчик, петрушку, лучок зелененький, вот картошечка. И поставил на плиту сковородочку. Лучком и морковочкой. Вот, ну, это, наверное, готово, выключу. Так, а супчик вот варится. И вот, бульончик почти готов. Заготовки готовы, нужно запускать в суп. Итак, теперь я отправляю картошечку. Вот. Все. Сейчас пока поварится. Следом в кастрюлю я отправляю капусточку. Вот так, капуста на месте. Все, прикроем крышкой и дадим повариться. Итак, щи готовы. Приступаем к дегустации. Вот они такие у меня получились. Вот смотрите, мяско здесь плавает. Вот. Так. Итак, друзья, вот наш супчик готов. Сейчас зелени сюда добавим. Все с огорода со своего. Вот так. Тут салатик у меня с огурчиками вот приготовлен. Зелень. Вот, приятного аппетита!